И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, ну что ж, я отсюда все позабирал. Всю ночь прыгал там. Там на базе в Сидоровиче тоже все повыгребало, снес туда к военным этим вот. Там будет, ну. А ты взял задание здесь. Где оно там, вот. Еще животных поймать где-то вот, а вот. Совсем рядышком. Можно прыгнуть сюда? Можно. А что, никого нет? В прошлый раз их поубивали, я опять забыл. Я опять переустанавливал. Что-то какие-то. После того, как я пытался установить ганслингер. Подожди, ганс. Что-то там. Сим. Бумстик или что-то там. Короче, типа того. Устанавливать. То что-то игра мне опять начала лагать. Я вроде все удалил, но не знаю. Так, вода у тебя есть, студент? Водичка. О, отлично, у тебя дешевая вода. Относительно дешевая. Бинтов у меня куча, вспомнил с этими. Аптечки где? Вот, аптечки 4 штуки, думаю, мне пока хватит. Так, что еще? Да, в принципе, пока все. Наверное. Спички вот разве что можно взять. У меня есть там коробок, хватит. Так, зверье где-то вот там должно быть, по идее. Хреново видно. Отсюда пригород мешает. А, мини-карту опять не включил. Так, включил мини-карту. Где-то тут зверье должно быть. Наверное, вот там где-то. Что это? Пенек. Как бы никого. Но надо карту посмотреть на всякий случай. Ага. Девяносто процентов, ну ты сучка крашеная. Как раз успею. 92, серьезно? Да лучше пожирнее тюбик взять, который. Вот этот. 94 плюс. Просто будет 96, ну пойдет. Либо ножичком воспользоваться. Ножичек можно отремонтировать. А клей можно купить. Давай-давай, ремонт. Так, 96. Ну, теперь можно и тебя применить, да, тюбик? 98. И еще раз ножичком воспользоваться, и будет 100%. Ну, зараза, кусается и кусается. В голову просто не попадал ей. Так, что у нас тут? Все, ножичку возьми. А так мало у тебя всего. О, хвост. Чешуя. Кто там бубнит? Ты знаешь, это звуки просто такие игровые. Но все равно. Так, посмотрим, что тут может быть. Пенька, давай сохранись, ладно, фиг с ним. Пенечек, не пенечек. Это там был свет от... Да, я думал, какой-то артефакт, а вот и нет. Блин, эти пеньки не... Это не эти, не аномалия. Здесь ничего нет вообще, да? Ну, кроме этой коробочки. О! Шкатулочку можно взять. Прям две сразу открыл? Ладно. Уже я туда никогда не ходил. А сюда никуда не пойдешь. Нельзя. А в трубу тоже не залезть. Нет, в смысле там краешком. Можно залезть, но это какой смысл? Так, ладно. Нам надо идти. По заданию. Так, вот сюда, да? Нет, это темная долина. Опять в темную долину. Ладно, если что, переместимся вот сюда. Так, и сейчас пошли к этому, заберем наши денежки. Ну, привет.
И выполнить задание. Сколько? 5400. Ну, по-моему, оно не покрыло даже затрату на клей. 1600 копейки копеечные, блин. А еще задание есть, по-моему, нет, да? Нет, там только раз в день дает, раз в сутки, то есть. Так, хорошо, смотрим. Надо на барахолочку прыгнуть сюда обратно. Продать то, что я там подобрал. Фигню какую-то. Вот эту шкатулку берешь. Нормально так. Шкатулочку стоит подбирать, да почаще. Так, у тебя вода, кстати, есть еще, да? У меня вот деда еще одну бутылочку возьму. Собственно, топ-топ. А где-то ружье, которое было у тебя? Уже нету. Ну, ладно, аптечка, аптечка, аптечка. Можно будет применить одну и прикупить еще одну. Чтобы у меня было всегда много аптечек. Пока ты там перематываешься, я... Ох, 3000, ну блин. Короче, хороший у меня бизнес. Взял, потратил, потратил, взял. И в итоге в минус уходишь. Ладно, что-нибудь сейчас найдем нормальное. Так, стреляет. Точнее говоря, был один выстрел. И все? Я, правда, не понял, где. Вот там. Еще выстрел, еще. Блин, вот эти деревья понатыкивали. Ничего из-за них не видно, блин. Что там можно увидеть? Ровным счетом ничего. Кто-то стрелял. Там, скорее всего, бандиты охраняют. Но это звуки оттуда шли. Вот. А, ладно, прыгаем. Поскольку я уже там был... Блин, а сюда и не прыгнешь никак. Вот это номер, блин. Тогда надо... Надо напрыгнуть вот сюда. Вот мне надо идти. Сюда хоть можно. Так, я появился прямо возле аномалии. Замечательно. Хорошо, что не в аномалию попали. О, привет. Это мне. Бутылочка воды. Нормальная такая. Там, по-моему, что-то было наверху, можно было что-то подобрать. Ну, как минимум ящики. Пусто. Возможно, она просто вниз проваливается. А может быть и нет. Ничего нет вообще. Ой, тихо, не падай. О. Как минимум продать можно. Старые патроны. Никакие. Но из них мы будем делать нормальные патроны. В принципе, их можно разбирать даже. Так, ладно, побежали. Возьми что-нибудь в руки, например, пистолет. Все равно чуть подлагивает. Я не знаю, что с ней делать с этой игрой. Ничего не сделаешь. Но это даже еще и на видео отражается, блин. Каждый вот этот мырх-мырх, блин, появляются пиксели на записи. Так, плоти, отлично. Знаете, в попу. Надо приманить их вот. Что ты такая бронебойная, Никитич, пассатижи? Наконец-то. Минус плоть. Да, пистолет, конечно, вообще. Так, мясо хорошо, надо мясо слаживать. Плоти. Я пистолет, походу, сильно повредил. А я клей вытащил, да, я все. А, нет, водышка есть, правда, мало. Сколько? 97%.
чуть-чуть пострелял. Ну как чуть-чуть? Ну чуть-чуть. Это для оружия, это реально чуть-чуть. Скисло, что ли? О, это какая-то послабее намного получилось. Тут чуть-чуть тебе еще полезного ничего нету. Задница ты. Столько патронов на тебя потратил, пистолет повредил. А у меня нет ничего. Батарейка, ну давай. Ну, две новеньких. И здесь ничего нет. Ладно, переходим. Ох ты, все-таки навернешься. Пошли на переход. Сейчас пойдем на ту. Это отдадим. И он, я его купил за. За сколько там? За 4000 там с чем-то. Рюкзак. Интересно, посмотрим, сколько он мне вернет денег. Ножичек прячь. Да, и пистолет не доставай. 96%. Эй, пс. 2750. Ну, все, ваша этапа, внимание. О. А ну что у нас там за репутейшн? Где ну там радио, шмадио, контакты? Отношения, статистика. Достижений никаких, открыто статьи. Еще не локация 11.33. Так, взято плен. Отношения. Монолит. Монолит, да, подожди, где. Нейтральные, короче, все нейтральные. Ну как, все нормальные, нейтральные. Справочки, контакты, сообщения, статистика. Где мой, блин, написано, что... Одиночка. Место, конечно, 354. Уж ниже не бывает, наверное. Не, наверное, бывает. Этот ящик, я что-то так хорошо. Надо идти куда-то дальше. Что у нас там по заданию есть? Карта. Найти инструменты для кораблю, для калибровки. Расхититель тайников. Кстати, вот сюда надо сходить. Пошли сюда. Я же там уже был. Значит, все нормально. Тут, кстати, опасное место. Для меня, как для моей снаряги еще. Ни черта нету. Там аномалия, здесь аномалия. Главное не влететь в нее. Так. А вот и артефакт. В смысле этот. О, сундук. Ох ты, сколько всего, дай сюда. На один тайник, отлично. Мне там никому ничего не надо отнести, что это. Какие-то документы. Их можно просто кому-то отдать. Шифрованные документы. Да не надо ко мне там бежать. В автобусе что-то есть? Ага, что-то есть. Ничего. Воздух есть, во. Там в любом случае что-то есть. Так, мы покинули эту зону. Кстати, а у меня защита появилась какая-никакая пси. Может, я теперь еще и туда могу сходить? Не, вряд ли. Надо попробовать будет. Ну, сначала пошли сходим к этому. Сахару, может, документы ему можно сбагрить. Так, а это что у нас такая тряпочка? Усилена изоляционная сетка. Сюда магния. Нормальная тема, наверное. Так, может, так. Я нервный. Вот, блядь. Да привет, ты шо? Брат. Что Че есть? Что-нибудь надо?
Местонахождение дикой территории. У меня нет этого еще датчика пока. Да неохота мне болтать. Иди с командиром. Вот и не бухти. Сейчас посмотрим, что у этого, какие цели. Ну? Почему так думаешь? Да-да-да. Какое-то задание. Я принес водки. А сколько ты за водку даешь? А. Я пока передумал. Мне водка самому нужна. Водичка у тебя есть? Есть. Почем? 610. Я бы не сказал, что у тебя прям тут сильно дешево. Кожу почем берешь? А мясо? Пошел ты, баня. Студент. Слышь, Сахаров, тут документы есть. Надо? Какие-то там засекреченные, типа того. Здравствуйте, молодой человек. Давай. Да что ж такое-то? А во. Так, расскажи, уважатель мозгов, бла-бла-бла, это не то все. Ему не надо никакие эти вот. Две штуки. Две штуки. Клавиатура, пластина с креплениями. Стальная пластина. Вот это вроде как мне надо. Тут... О, пошла жара. Рад был с вами пообщаться. Да. Если бы я документы еще взял, бы было бы еще лучше. Где стрелять? На раз тут... Давай, давай. О, привет. Ай-яй-яй, пока. Я свои патроны тратить не хочу. Слышь, ребята, тут это, снорк. А тут так, говорит, сваливай отсюда. Давай, давай. Ты куда стреляешь-то? Слушай, если у тебя такой стрелок, я еще хуже, чем я в три раза. И где снорк? Вон там. Живой, что ли? Подбил, раз повернулся резко, значит, снорку хана. Угу. Я сюда. Две ножки. Так, еще раз проверим, если тут аномальки. Никаких тут, в смысле, этих артефактов. Никаких артефактов не наблюдается. От слова совсем. Пенек просто пенек. Ладно. Давай сюда же обратно, попробуем туда пробежать. Вроде пока, оп, аномалию чуть не улетел. Так, начало что-то. В глазах, по крайней мере. Вроде пока нормально все. По звуку похож на контролера. О, блин, пошло дело. О, ай, ёж твою медь. Я так люблю, когда у него в глазах двоится. Так, восстанавливается нормально. Так, зомби. Опа, кто-то валяется. Так, подожди. Еще раз по броне. Все ок. Тут все. Нет, не ок. Видать, по морде попало. Что за звук? Вот что за звук. Снорк, чтоб ты был здоров. Дай сюда ручку, ножку. Еще один. Не думал, ты помер.
Ручка-ножка. Так, меня кто-то видит, ну, зомбари. Ну, стреляют прям жестко везде. Еще не восстановился? Нет. Но уже получше стало. За это я тут денег насобираю. Пару тысяч. Хотя бы десятку. Так, я вижу, там вроде кто-то валялся. Это что у нас тут? Призрак идет, да? Или смотреть будешь? Какой-то призрак идет. Тут в глазах у тебя прояснится когда-то? Во, вроде прояснилось. Так. А что это? А, зомби что это? Так, обходим их и побежали. Давай вот это, что это такое? Кто это? Зомбарь. Хлебушек? Ну давай. Быстро достань. Есть. Где-то здесь, блин, не успеешь уже. Та бляха. Да, блядь, я ж далеко проходил. На, это ты так думаешь, что ты далеко проходил. А игра считает по-другому. Ты не спрятал детектор, алё. Прячу его. Батарейку жрём. Ой. Может, тебя убьют там? Я тебя подлутаю. Как тебе такая перспектива? Может, мы покурим сейчас где-нибудь там сигареты-то? Да при чем здесь фет? Ладно. Ты ж как наглую пошел туда, я так не могу делать. У меня, блин, в глазах уже рябит. Не, там слишком до меня рано и опасно находиться. Так, хорошо. Мне задания какие-то давали, да, правда, я почитать тут, конечно, особо могу. Приказ на уничтожение. Так, хорошо, надо как-то куда-то прыгнуть. А что две? Что это здесь? Расхитить этого, пошли сюда. Короче, там опасно, я туда не пойду. А что это ты не это? Не перемещаешься. Что-то там было написано, я протупил, походу. Ну где она там, я не вижу ни хрена. Я ж не сюда его смотрел. Вот сюда. То убери ты эту. Ага, не знаю, что там было в прошлый раз, но... Так, а в башке-то у меня до сих пор еще не прояснилось. В бар надо пойти, да? А кого ты там хочешь, чтобы я грохнул в баре? Ты шутишь или это не то? О, стреляют собачки. Проходи, не задерживайся. Да не бухти. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. 3-4 таких похода, как вчера. Здорово. И что? Слушай, да не бух... Мать, задрали. Я выполнил задание. О! Документы, отлично. Благодарю. Документы отдали, все, отлично. Так, сколько ты мне там дал? 7500. Ну, нормально. Работа есть? Медуза, а еще что-нибудь есть? Хищник на Ростоке, Южной Миски склады. А дневной хищник. Опять какая-нибудь фигня. Не хочу. А еще что-нибудь есть? Рог химеры, ты прикалываешься? О, грязная работа, бандит, рыжий лес. Вот это другое дело. Это по мне. Благодарю. Чем торгуешь? Сладенькая водичка 6.13. Возьмем. Так, мне немножко прибарахлился по деньгам. На тебе этот сухой хлеб. Забери его себе и не показывай мне его.
Так, консервы у меня есть пока еще. Так, это есть. Мозги восстановились. Там, где стреляют, туда бегу и я. А теперь когда-нибудь прирежу, ты меня достал. Со своей дорогой, сталкер. Так. Так, давайте. Я уже ножичек приготовил. Кого там на... Так, о, собачка, вон еще. Так у меня спину не стрельните, пожалуйста. А, ну, толкать можно. Отлично, я их еще даже полутать успею. Ух. Кстати, мне нужна форма-то. По заданию. Так, это можно хрен всю продать. Тряпку можно разобрать. Так, подожди. Ничего не делал. Автомат. Для себя. Да, бля. Ну, окончим так хорошо. О! Что это за пукалка-то? Удобство. Точность. Урон. Пошел в баню. Так. Минус 8 килограмма здесь. Так, давай-ка ее разберем. Да-да-да, я забыл, что надо поддержать. Ну там какие-то пластины надо, какие хрен узнает. Я буду все собрать подряд. Слышь ты! Моя собака! Бляха, и тут уже все облутал, пока я там тупил. Да я не тут, да, не та кнопка. Нормальное состояние, кстати. Брать рюкзак. Слышь, собачка. А бля. Пока я там на туре тупил, он уже все. Я тебя сейчас прирежу. Стой! Никуда не уходи. Блять, я ходить не могу. Да какой там разобрать, где разрядить? Нету. Да ты посмотри, еще тяжелый. Выкинь шлем. О, это разобрать. Не могу ходить. Разрядить, выбросить. Еще не могу. Разрядить, выбросить. А ты, чтоб ты был здоров. Да ё-моё, что ты там набрал такого тяжелого? Сядь, меня не должны видеть с ним рядом, бляха. Серьезно, что у меня тут такое тяжелое? 71 килограмм, надо выпить воды. Все, я не могу ходить, бляха. Плюшки на активация, блин. Ну давай вот это одень тогда. Сбавить от нашивки. Оторвем. Блин, я забыл, что здесь нашивки можно отрывать. Надеть. Теперь нас уже никто не считает там долговцем, шмолговцем, не? Да ты прикалываешься, сколько во мне килограмм, блин. Ладно, раз такое дело, надо... Ой, я что-нибудь сделал. Надо и тебя разобрать. Во.
Нормально, дай-ка ружьё. А куда ты все заграбал? Мне все не надо. Надеюсь, я это... О! Собачка. Коготочек один. Сранее непогода. Так, это все целенькое. Что я там понабирал? О, тут всякий разный. Разодрано. Из полимерного волокна. Вставки мискалю. Поликарбона. НАТО. Так, я думаю, время уже должно было пройти. То, что мне типа... могут сказать, что это я. А это не я. Я вообще отсюда шел. Ничего не знаю. Сейчас говорю, это он. А он вообще-то никто его не видел. Да. Козлы. Когда я там последнее сохранение делал? Походу давно. А, не, нормально. Не будем делать то, что я сделал. Болт дай сюда. Болт вроде можно продать. За 2 рубля. Ну то пошли собачку, то. О, мясо. Мясо, по идее, подороже должно стоить. А где я... А, оружие все обнулилось. Или тот все забрал? Он все забрал себе. Ну ладно. Пошли попробуем грохнуть того студента. Что это? О! Блин, ну у меня нет ни одного костюма. Или это все поразбирал? Вообще-то есть. Да пошли туда. Надо будет переодеться у него за спиной. Типа это я. Ну, в смысле... Из ихней этой... Пьючик. Переодеться обратно и свалить. Так, вообще-то к нему можно забраться, я думаю, так через окно. Стой, 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 не двигайся. Ага. То есть мне надо вот этого убить. А этот, который ходит у меня, может засечь. Это плохо. Походу мы не пролезем здесь, да? Давай, давай, лезь. Нет, меня откидывает. Ладно, зайдем с другой стороны. То есть лидера группировки я должен грохнуть? Шутит. Чего расскажешь хорошего? Да чё, он сейчас подождем, пока тут отойдет студент. Блин, вас видели. Кто? Ты видел меня? Бляха. Ладно. Обратно поменяйся. Не катит такой вариант за спиной. У него что, глаза нас на затылке есть? Ладно, пойдем сюда, тут нас никто не увидит. Ну, по крайней мере, на улице никого нет, давай. Да кто меня видел-то? Серьезно. Каким вообще... Где я и кто? Наверное, на каком-то расстоянии это все работает. Сними. Или присесть надо. Да, блин, не могу двигаться в этот момент. Просто двигаться нельзя. Так, ну вот тут меня никто не должен ни из окна видеть, ни там. Давай, одевайся. Ты твою... Теперь вас будут считать членом группировки долг. О, отлично. Хорошо. Ну, привет. Медведь. Вас раскрыли, все знают. Так какого? Короче, делаем по-другому. Оторви нашивку. Блин, я забыл, что реально можно нашивки было отрывать. Это разбери дренифени. Мне нужны всякие там вставки, полимеры и все такое прочее. Все, что там выпадает. Во, прячь нож. Тут фонарик лежит. Так, вот интересно, если я его чикну ножичком из приседки, и кто-то меня, надеюсь, не увидит никто. Нож бери. Да, и откуда такие берутся?
Иди своей дорогой, сталкер. Репутация ухудшилась. Не проканала. Так, буханием водички немножко, чтобы я мог двигаться более-менее. А, она только вывозит радиацию. Блин, это дешевая вода. Так, по идее меня никто здесь не должен увидеть. А нашивку я еще не отрывал. Теперь вас будут считать членом... А, отлично. Группировки. В смысле, ты не можешь двигаться? Для какого хрена? Ну, мне столько барахла просто-напросто. Ты что, прям через будку меня видишь, да? О, зашибись. Интересно, можно пришивать другую на наклейку, допустим, сюда? Вот можно пришить. Избавиться от нашивки. Так, подожди, давай сначала сохранимся. Блин, я не тут нажал кнопку. F9 нажал. Это, блин, быстрая загрузка. Ёж твою медь. Сколько можно одно и то же делать? Сохранись тут. Опять лампочку возьми. День сурка, блин. Так, сохранился. Давайте ему что-нибудь продадим, пока он еще живой. Кстати, у него какое-то задание выполнено. Подожди, это, значит, его не надо убивать? Так. А что ты хочешь убить? Я... Мне, в принципе-то, и продавать им особо-то и нечего. Патроны вот эти разве что. Я уже точно им пользоваться не буду. Почем ручка? Да нет, дружок, 90 это ни о чем. Вообще. Болты он не берет. Жулик. Давай, я выполню задание. О, десяточка упала. Нормально. Новости. Очевидцы стали больше доверять вам. Может, ты что-то мне еще и продашь нормальное? Да, ничего нет. Еды у него опять же нет у них. Маски, шмаски. Я думал, его грохнуть надо. А его не надо никуда грохать. Давай сначала избавься от нашивки. В очередной раз. И в очередной раз разберем костюмчик. Так, пришить нашивку, а какую? А, у меня только долговский есть. Может, там есть вариант, какую именно? Так, разобрать. Пластинки из кевлара. Вставка из поликарбоната. Так, я уже даже не перегруженный. А задания еще у тебя есть какие-то? Надеюсь, когда-нибудь работенка. Глаз псевдогиганта. Еще захотел. Будет еще. Ничего не могу предложить. Ну ты офигел. Глаз псевдогиганта. Хотя давай возьмем. Может, я когда-нибудь его грохну. А задание как бы уже есть. Так, в принципе, у меня все есть. Сейчас посмотрим, что у нас есть в КПК еще. Грязная работа. Вам покажи. Это вообще не здесь. Это у нас что? Рыжий лес. Вот что это. Как туда-то попасть? Куда идти надо? Мертвый город. А в рыжий лес как? Вот, в рыжий лес. Это у нас... Это у нас Юпитер, да? Угу. Так, барство рентген пошли. А я и так же здесь, да? Да. Вот он я. А вот сюда давай. Чтоб не бегать лишний раз. Попробуем поработать. Так, есть. Есть для меня противник. Так, теперь я могу... Ну, хорошо, давай, я готов. А я не сохранился, идиот. Придется сейчас внутри сохраниться.
Трое, ну думаю, справимся. С горем пополам. Придется сохраниться внутри. А, этих тоже трое. Давай, сохраняйся. Вот тут даже бинтик дали. Еще автомат. Какой-никакой. Так, ждем, пока они там это вот. А что это ты так ходишь, как будто уже все... Ой, извиняюсь. Это не наш. Сейчас, братан, прикрою. Так, так накрою. Деньги давай. Ты что ты меня там целишь, алё? Кондёха, веселей. Ну что так грубо-то, алё? Он сюда пошел, я видел. Ты еще живой? Блять, не тот. Теперь будет тот. Плевать, всех, всех подряд мочи. Свой, не свой там. Надо их облутать еще успеть. Деньги давай. Деньги не... Ах, не успел, ну ладно. А крюкзак одевай. Я же успел полететь за тем битом, который мне дали, по-моему, да. Кажется, как бы все норм. Так, все, больше там ничего не надо. Давай, давай мне бабло. 4 косаря, ну вот. Репутация ухудшилась. В смысле? КПК где, блин? Чуть-то она ухудшилась там. Была прям какая-то там замечать, очень хорошая была. Ну ничего страшного. Так, я хочу сразиться, но не с человеком. Есть снорк. Ага. Так, ты что там хочешь? Надо заплатить 2000 рублей за участие. Вот, отлично, держи. 30 секунд, тройной выигрыш. Давай пробуем. Сохранимся. Так, одень броньку. Надо было возле двери там же все равно стоять надо 3 часа. Так. Так, я автомат включу. Или по 3 патрона давай. Мне давай лучше автомат. То что будет? Ничего не будет. Зайду и сдохну. Все как обычно. Открывай давай. Сколько там можно уже? Готовить. Найс. Он даже пикнуть не успел. А у него еще ничего полезного нет. Козел ты. Слышь, бабло давай. Я его честно заработал. 6000, спасибо. Тоже 67000, нормально. Почти 68. Так, давай-ка еще раз, еще одно сражение проведем. Я готов. А у меня ножик один, да? Сейчас будет. А, нет.
45 патронов. Надо не так их расфинкивать, как я в прошлый раз делал. Надо в голову пытаться или где-нибудь хотя бы верхнюю часть груди стрелять. Так, аптечка одна есть, бинтик есть. Оп, видел. Прикрой, завалим его! Давай, собаку пристрели. Да что ты не... Не те патроны, надо было бронебойки переключить быстрее. Ишь. Не уйдешь отсюда, скотина, ты понял? Господа военные покинули наше мероприятие. Ну, быстрее. Бля, не успел. Ты хочешь сказать, что я своими патронами еще стрелял? А, нет, я просто переснорка мне это не сохранился. Рюкзак один. Блин, анимации нет. Я ставил анимации на руки. Нету, не, она не работает ни хрена. Может, так, еще 6 тысяч. Ну, давай еще раз попробуем. Ты сохранился или нет? На всякий случай. Есть для меня противник. Вперед. И наказание. Ого, сколько у вас тут. Охрена себе. А я один, что ли? Похоже на то. И у меня еще аптечки нету даже. Ништяк. Какие патроны у тебя там есть? 45. В смысле, что-то было нарисовано какие-то... Ну, ладно. Автомат, не-не-не, автомат мне не надо, одиночку. Блин, как я выживу тут, я не знаю. Их так много, а я один. Да где они там? Может, так много? Ты прикалываетесь? А граната есть у меня? Откуда у меня граната? Чего у тебя нету? Блин, вообще никого. Алло, вы там что, курите где-то? Так, голову свою ты зря, наверное, выставляешь. Ага, вижу. Так, один есть, пошли. Не мандражуй. Только не мандражуйте. Ох, она косая пуха. Слушай, у меня аптечки нету, я сейчас сдохну. Тут одноразовая акция, блин. У тебя аптечки нету случайно, а, дружок? Винт есть, дай сюда. Да бери в руки. А где ты там? Вот сычара, да, блин, в натуре. Преступление и наказание. Айда! Блин, 6 человек, если я ничего неправильно, если неправильно. Фу. Так, давай-ка бронебойчики вот эти вот. Это у нас какие?
СПС-6. Я не понимаю этих. Пробиваю броню третьего класса. Продвижение ткани высокое. Ну, наверное, это нормальные патроны. Вот этот ящик, который здесь стоит, он, блин, так мешает. Ты меня как увидел, а? Скотина. Перезарядись, где там та херня? Не могу, живой, пацаны. Отходим. Меня хоть и подранили, но я вроде еще по... Боюсь выходить. Ага. Ну куда он уже делся? Ага, видел. Аптечка есть, слышь, филей? Да какое там оружие, да сюда? Так как... Вроде что-то там успел схватить, денежку какую-то, как минимум. Не облутал никого, даже аптечку, бляха, не использовал, в смысле. Может, там мог бы найти где-нибудь аптечку у них. Пить захотел. Сейчас он есть захочет. Еще что-нибудь захочет. Ми-ми. Так, ну, дай мне деньги, слышь, мои, алло. 8 косарей. За это так, 8 косарей. Сохранись. Так, лечение идет, отлично, давай. Еще. Сохранись. Есть ли у меня противник? Погнали. Как за скелетчик? А у меня, походу, нож сейчас будет. Я помню, какая-то под... А, да, вот. Вот оно. Вот оно с ножом. Так, лимончик и бинтик. СП-2000! Поехали! На, сука, лови. Лимончик. Так. Ты смотри, блин, насквозь чуть ли не пробивает. Мне что, подойти надо? Ты гранатку выкинул? Ну, конечно. А я тебе болтом кину. Нож возьми, тюлень. Вот скотина! Бей, бей его, бляха! Бей! Ох ты! Да каким хреном ты еще мне, скотина, выстрелил? В очередной раз доказав, что не важно, каким оружием пользоваться. Точно. Главное, как? А вот теперь можешь и бинтик юзнуть. Теперь уже есть захотел. Перебинтовался и нормально. Тряпку пожевал, наверное, точно. Так, давай консервированная кукуруза. Это что у нас? Тушеная фасольку бахнем и попьем заодно.
переодевайся. И рюкзак накинь. Маску накинь. Отлично, все накинули, так. Это, где там дозиметр? В смысле этот, во. Ты ж бабло гони. Десяточку, ну вот. Давай-ка сохранись-ка и еще разочек. Возможно, я его подранил гранатой. Бой за обладание званием мастера арены. В нем участвуют 5 раз. В смысле? А. Быстрее я двигаться не могу, слышь. Дай, дай иди, твою мать. Да иди. Никаких правил. А, бегать-то нельзя, ёж твою медь. Надо... А вон он. Че это ты вдруг не один? Я думал... Ты будешь перезаряжаться? Нифига. Мне бы утонуть кого-нибудь, у меня кровь течет, а у меня нет ни хрена. Я ж ни бинта, ни нифига. А бегать нельзя. Сука. Где он? Только бабки. Да ёп. Твою мать. Так ты будешь, блядь, стрелять, сука, я ж нажимаю 4 раза, блядь, что ты там делаешь? Сегодня и только показали сегодня. Только одного, я выскочил, там, блядь, табуны стоит. Вообще никого не показываю. А, вон одного, да, показывали за углом. Бляха. Можно я пойду уже? Спасибо. Убери автомат, мне нужны одиночки. Так, вижу, он стоит. Может, это наш, не наш? Да тут все не наши. Я не знаю, что с ним. Но он не ходит. Если вдруг что, я не бегаю, то я не могу. Видел, видел. В смысле попали? Упал. Это не оптика, это говно оптика. Вот что я вам скажу. Да блин, ты смотри на них там шустрые. Где? Слава новому мастеру арены! Дайте я хоть что-нибудь возьму у вас. Хотя бы пару рубликов. Дай сюда. Да блин, успел. Ну хоть что-то я успел не забрать. У меня кровь течет, да? Да, кровь течет. Южный бинтик. Где он там? Вот он. Походу я все выиграл.
остались только мутанты. Ну долго ты там будешь кувыркаться. Так. Дозиметр, остальное все на месте. Лучше болт, чем эта фигня. Опять у тебя автомат. В смысле, автоматический огонь стоит. Бери. Бери, говорю. Давай бабло, слышь. Опять 10. Что так мало-то? Нормально так. Нормально. Сохранись. А все, да? Короче, приехали. Я все выиграл. Привет, брат. А что ты тут делаешь, а? В закутке я в этом. Ты что там? Щелкнул что оружием? Или мне показалось? О, я бегать могу нормально. Так, у меня всякие фигни полно. Куда мне там надо было идти? Я же с этаж красный в ржеле, что ли? Отличная репутация. Ну, отличная и хорошо. Карта. Грязная работа. Покажи. Да, рыжий лес. Рыжий лес это вон туда. Ой, стой, подожди. Тут же есть механик. Хаюшки! Водка есть, будешь? О! Бутылочка немирова. Сейчас он мне по дешевочке будет ремонтировать вещи. 400 рубликов. О-о-о. Надо пользоваться, пока он бухой. Так, это не это. А что ты мне можешь... Ничего не может. Нож? За сколько? 1002. Да, это дешевле, чем его. Так, ну и как бы все. Продаем что-нибудь. Например, клей. Фу, дешевый вот этот. Это не дешевый, это дешевые, да. Эти. Это аж на 70%. Ну вот этот сколько стоит? 3800. 3. Короче, почти 4000. Ладно, все, забирай. Так, это у нас... Ой. 12 калибра нам не надо. Честно, 9 мм 45. А, это на пистолет и все. Да. Любое снаряжение и легкие шлемы. За 13 тысяч что-то не спасибо, не надо. Вот эта фигня ремонтирует вот это все, да? Так они так дорого, слушай. 2000 все, ну. Нанопильник. Нанопильник. По-моему, железяки разные с оружия выпиливает. А это что? Любое снаряжение, легкие шлемы. До какого? До 85. А сколько стоишь? 4 штуки. Так, броневые элементы, защитные вставки, защитные... И сколько? Два применения. Защитный слой. Офигеть. Не может быть использован при состоянии ниже 10%. Ну да, когда уже прям совсем хламину разбито все. 13. Слышь, ты пока там это, пьяненький, может мне еще вот это починишь? Ну да-да-да, это же все правильно, вот сюда. О, копеечки. Давай это почини еще. Нормально, фонарик целый. Фонарик даже не модифицируется, что за дела? Инструмент. А болты? Ладно, это прикол уже идет. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.